Ой, блядь, он там по списку почти до меня дошел, понимаешь, блядь, вот ты, блядь. Я просто спросил, чё вы, блядь, ну. Какого хуя ты это делаешь? Я спрашиваю, типа, в чем прикол? Я не знаю. Ой, а что этот вагон на Варее делает? Пиздец, блядь, сука. Как так, нахуй? Ёбаный Абэма, блядь. Бывает, Захан. Ну, повезёт в следующей жизни. Спросить нельзя, короче. Абэма, я, короче, даже спрашиваю. Пошёл я нахуй фильм смотреть. Ебал я рот эту игру, блядь. Всем спасибо. Да, нахуй. Закрой ебало, пёс ёбаный, нахуй. Нахуй. Пиздец, понимаешь, ты у человека не оскорбил. Ну вот это уже хайт какой-то лично был. Бьёшься над ним, а он говорит, что я пидорас, вообще собака ебаная. Да, ты собака ебаная, вот в этом-то всё суть. Ты бы ещё сказал, что я москаль, я бы тебя вообще убил бы нахуй. Не, там похуй, кто ты, блядь. Мне вообще насрать, кто ты, блядь. Почему я собака, блядь? Я тебе не говорю, что ты гандон ебаный. Всё, пиздец, я обиделся, иди на... Вовлов, ты тут? Алло, меня слышно? Да-да-да. Сейчас я быстро, минуту. Меня что-то... Ты, блядь, знаешь, я буду всем нахуй персонально, сука, МК раскидывать, блядь, кто он там нахуй, как это хуйня называется. Он там... Тебе, блядь, тебе, сука, не дойдёт чему. Всё, захожу. Ебать ты, блядь. Ладно. Ладно, ребят, вы сильные очень, я понимаю, у вас там своя любовь по-своему, так сказать. Да, я захожу. Тут, понимаешь, у фриков своя атмосфера общения, как бы, ну, не влазь нахуй. Ну, вообще по соседи, блин, не знаю. Так у нас вообще жесткий тройник. Я Катрисия, это Натас нахуй вообще. Да Катрисия, блядь, он на гитаре ебашит, думаю, ебать, он певец нахуй. А он дура пьяный. Хорошо, ДК это гачик. Кот это хули, а Мак это кто? Прости, нихуя себе певец, блядь. Катрисия, споешь нам? Ночью тебя спою. Тебе нет, пошел нахер, блядь. Справедливо. Сильное объяснение, жаль, я не понял. Несправедливо. Несправедливо, что тут у паладина воля, если у меня нету.
5, 4, 3, 2, 1. А кто метку? А, ты в бабле? Метку под танка, блядь. В бабле у нас. А, нет. Понятно. Дорога. Да я же, блядь, бежал. Что за хуйня? Я слышу. Вы умрете. Спасибо. А кто? А нахуя? Умрете. Там, блядь, 11 миллионов еще. Кулак, дайте ДК. Бля, у меня очень лагает сильно этого ФМО. Я сдохну, не поверьте мне, что делать.
А у меня ноль кадров, у меня ебать, все, я стою, не завис. Я в ахуе. Я вот в ТГ зашел, у меня все, у меня виснут ничего просто. Я поэтому, блядь, релогался до этого звука. Ебаный сервер, нахуй. Сейчас под эти, под поезда милики не бегите под РДД, пожалуйста. Метку, метку. Метку под танка, ёб твою мать. Как же ему? Да. Не прохил. Много ходите, хилы. Мышка в КД. Бля, я латный хочу.
Заберу все на распыл. Я. Окей. Я знаю, кто паровозик поставил. Я скоро мини-ребро куплю. Внутри? А меня ребро что делать? Так-то я могу. Бля, мне типок знакомый скидывал патч, короче, если шкатулку с этими, с песней, как называется? С Шема, короче, шкатулка с этими, блядь. Я вообще, ну, в ПС не было, что ли? Сильваны плакали. Да, да, с Сильванами. У меня там, короче, Арлекина играла, Алла Пугачева, ебать, охуенно было. Сец. Ремикс, надеюсь? Это сильно. Оригинал. Это еще сильнее. На первой мы сдаем или нет? Ну, мне, короче, на всех боссов помогает, и ебал, не знаю, что мы с компьютером, я поменяю мне боссы. За две кнопки нажимаем и все. У меня комп стоят просто так. Все комбо. Хорошо, куда встает после комбо? Сдал ма и массакру, отдал ауру. На РДД обвеса. Выводите, кто? На ком игру? Добиваем. Опачки. Блять, для кашля. О, грудак, ебать. Смерть и размножение, это ДКшная, да? Да, это ДКшная. Это тебе надо? А нахила? Ему. Угу.
сразу смотри с этого грудака начал. Кончив. Ну, локовская. Ну да, притом вроде долго ходил, говорил. А, хотя у него же такая есть вроде. Ну, если долго ходил, посиди, отдохни. А, у него какая-то другая чарка. Энх. Да, это Энх. Да на распыл дайте. Это на ДК. На ДК, ну, танковская. С молотками бегать будет Седру. Ну, походу. Но он и тут не бил. А, бил, но три стакана бил. Он говорил, что он у него лагает. Да. Было такое. Не полетало, да. Молчит в дисе. Инту баф на тимаге. Будьте людьми. Спасибо. Ну, близко. Кто-то хуёвый. Доларан. Вы умрете. Я
Это метку, блядь, не выносит. Кто это? Вы умрете. Ну, тип. Ха-ха-ха. Три латы. Хэпал. Трое лат, реально. А ты чё, Заханыч, не диспалил даже ни разу? Я понял. По поводу вжих ответили, что пока что такими механиками он не обладает. А, да, всё, хуета. Не чинил. Тогда он просто бесполезный. Тогда подсолнух. Тогда подсолнух, реально. Бля, я бы вот такие штанишки тканевые бы спиздил бы себе там с критом. Я бы чарку на хост. Были по нему. Так я, ну, у меня дохуя баж, я с хостой паролю. Бля, ЕП, дайте за замену, ну ёбаные волки. А я заберу такие, я заберу такие пацаны. Блядь, это Натас, дайте мне за замену. Славка. ТТГ за замену? Ну я не сначала, я где-то приехал, когда вы уже начинали тратить, там было 0 попыток написано было, так что, блядь. Так что, блядь. Я сначала сидел и то не прошел. Там было 0 попыток, то что давай на. Ну, если хухмастеру там вообще пиздец они нужны, то хай берет. Типа. Я так чисто просто чарку на хосту паролил бы. Удачи. Да, всем пока. Да мне на успех. Мастера там, блядь, 15 тысяч твинов, блядь, все, мне кажется, одеты уже у него. Нет, ему еще прикинь одевать, он еще тебя переоденет. Он еще твоя покалы заберет. Да, покалы я уже про них забыл, забей нахуй. Он уже забыл. Это уже... Не это недостижимая хуйня, забей. Опа,